Казахстанцы смогут начать копить на образование детей. Напомню, такую инициативу озвучил глава государства в своем ежегодном послании народу. Касым-Жомарт Токаев поручил запустить в стране единую добровольную накопительную систему «Келешек». Собирать деньги на обучение ребенка в колледже либо в вузе – это мировая практика, отметил экс-министр просвещения, а ныне депутат Мажилиса парламента Асхат Аймагамбетов. По его словам, эта программа будет иметь необходимые стимулы для граждан. Стартовый образовательный капитал будет гарантирован государством. Дополнительно программа предусмотрит меры по выплате государственной премии и инвестдохода. Этот вопрос, еще когда я был министром, мы обсуждали, готовили. В целом, это международная практика. Это диверсификация, это дополнительная возможность для наших граждан. Вот сейчас президент в своем послании сказал о том, что правительство подготовило соответствующий механизм. И, наверное, это будет в том числе и законопроект. И можно будет как раз сделать это выгодным для наших граждан, чтобы граждане откладывали свои средства. Плюс к этому будет вознаграждение со стороны государства, будет определенная ставка.